Как это умрет последний генерал в последний бит за последний город? Что толку гадать, был старым или молод? Что значил и что почем завоевал? Внесем его, завернутого в шелк своих знамен, тяжелых, как портьеры, в тот город, что погубил его карьеру, куда он при жизни так и не вошел. Внесем и расположим посреди последней сохранившейся церквушки, и ордена положим на подушки, как будто детей, отнятых от груди, вокруг зажжем бенгальские огни. Уместнее не представить освящение, последний в живых оставшийся священник молитву прочтет последнюю на дни. Потом проводит траурный кортеж в последний путь. Последнего героя не скажешь, что обойденного судьбою, но больше не подающего надежд. Оркестр сыграет марш в последний раз, и через час окажется в трактире, заложит свои блестящие мундиры и будет гудеть до самого утра. Взойдет рассвет, ступая по зале, уйдут с постов последние солдаты, а город так и останется невзятым. Последний невзятый город на земле, а город так и останется невзятым. Последний невзятый город на земле.